Хорошо. Он все-таки у адвокатов с таким стажем всегда есть такое, то, что я называю, сканер. Вы умеете людей вот читать, искренне или не искренне. Какое впечатление он человеческое произвел? Вот мы все юридические моменты в сторону. Вот как человек, он каким показался? Для меня это самый важный вопрос был перед тем, как я принял решение пойти к нему навстречу. Мне было важно понимать, да, вот психотип человека. Поскольку вот мы столько читаем и столько слышим, а самого не видим и не понимаем, что это такое. Поэтому я могу сказать так, что у меня все-таки сложилось мнение, что он человек абсолютно убежденный в том, что Америка не может слушать ни своих граждан, ни граждан других стран. Но он этим столько лет занимался. Он занимался, и он свою речь начинал именно с этого, что я вот тот человек, тот, который вот Него доходило как-то. Поэтому в этой ситуации я думаю, что он абсолютно адекватный, он абсолютно идеологически убежден в том, что права человека, вот это массовое нарушение прав человека недопустимо. Это его убеждение. Хорошо, у человека, когда есть убеждение, вы понимаете, да, что с этим убеждением можно согласиться, можно не согласиться, но это его позиция. И позицию надо уважать. Это его мнение. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».